Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Адамаша. Вот и сегодня я стою здесь, рядом с машиночкой по Fallout. Как давно вы занимаетесь косплеем? Уже 11-й год. Динозавр этой индустрии, наверное. Вы, кроме Fallout, кого-то еще косплеили? Конечно, вчера участвовала в конкурсе в косплее Линка из игры «Легенда о Зельде» Breath of the Wild, последняя часть, если знаете. Вот. Ну, в общем, список косплея огромен. Там уже, наверное, штук за 100 зашло за эти 11 лет. Поэтому, не знаю, много игрового, много по аниме, много по кино, по сериалам, просто по мультипликации, вообще куча всего. Заходите, смотрите, там интересно. А вы сами шили этот косплей или кто-то помогал? Я все свои косплеи делаю сама, полностью. А у вас есть какие-то еще дома косплеи? Что-то собираетесь делать? Да, в ближайшем будущем я все-таки хотела приобщиться к косплею по League of Legends и доделаю все-таки косплей на Леону. Он у меня давно лежит, вот все-таки планирую, пора его доделать. Ну, еще в проекте несколько образов из аниме, но я думаю, мало кто знает такие чудесные ретро-аниме, поэтому это так. Скорее для себя, закрыть гештальт. Почему именно вы решили косплеить выходца из убежищ? А почему нет? Как-то так совпало, что хотелось, а потом так и вышел 76-й, и мы такие, ну, почему бы и не 76? А то думали, какой написать номер, и такие, ну, пожалуй, в этот раз. И все, и решили, что так. А вы хотели бы какую-то себе суперспособность, раз вы находитесь на таком фестивале? Очень часто задают этот вопрос, и да, я действительно хотела бы себе суперспособность. Я не хотела бы путешествовать в будущее, еще я хочу себе хвост. Просто как, ну, не знаю, такой хвост, чтобы он был удобный, как третья рука. Как-то третья рука, но это слишком непонятно, а так хвост, он и миленький, и классненький. И кофе подержать может, пока ты работаешь. Как кнут так. А? Как кнут. Ну да, типа того. Но вообще, если так, то идеальный хвост это из мультфильма «Люди Икс» у Курта Вагнера. У Найткраулера. Вот у него вообще хвост идеальный. Вот мне такой, пожалуйста. Как раз под костюмчик, под синий. Вообще идеально было бы. Вы что-то коллекционируете? У вас есть хобби? Именно в коллекционировании чего-либо? Я коллекционировала одно время карточки и жетончики из метрополитена. Они выходили разные, каждый раз очень сильно менялся стиль, и у меня целая коллекция этих карточек. Она вообще, кстати, классная. Там и жетончики были, и браслетики. Сейчас вот наконец-то вся коллекцию кольцо метрошное тоже взяла. Очень неплохо. Но это именно наш, московский метрополитен, не игра. Вам нравятся какие-то фильмы, сериалы, игры? Конечно. Я же здесь. Ну, имеется в виду... Хорошо. Какой ваш любимый персонаж фильма? Из фильмов? Из «Трассы 60». «Оскар». Который трубочку курит такой зелененькой, да? Вы коллекционируете какие-то книги, например, или читаете в данный момент? А, да, читаю. Я наконец-то дошла до того, чтобы почитать Лавкрафта. Вот, и сейчас зачитываюсь, сижу. Но коллекционированием книг не увлекаюсь, все-таки не так много дома места, поэтому читать стараюсь в формате электронной книжки. Что лучше, книги или экранизации? Книги. Однозначно книги. Я не против экранизации. Экранизация привносит много всего интересного и добавляет действительно тех красок, может быть, которых не хватало книжкам, раскрывают какие-то особенности, но все равно то, что написано на бумаге, дает тебе возможность пофантазировать самому, и ты в своей голове всегда дорисуешь картинку более полноценную и интересную, нежели все равно это смогут на экране повторить. Ваша любимая игра — Fallout? А, нет. Моя любимая игра «Легенда о Зельде» вся часть. Это где принц такой зелененький прыгает, правильно? Ушастенький. Хайлен по имени Линк, которого постоянно путают с Зельдой, но он на самом деле герой. Что бы вы хотели пожелать зрителям и участникам EpicCon? Счастья, здоровья, конечно. На самом деле получать огромное удовольствие от своих увлечений, посещать мероприятия, активно проводить выходные и ни в коем случае не задумываться о каких-то, может быть, тяжестях жизни, когда приходишь на фестиваль, и просто отдохнуть.
Иногда это нужно. Отличное пожелание. Спасибо.